Руки Джона начинают набирать мышечную форму, думая, что Джон периодически боролся все это время. Он с легкостью держит своего соперника в крюк, контролирует его кисть и пронацию. Всем привет, с вами Калина. В сети появилось видео с борьбой Джона. Для него это очень редкое явление. Я думаю, он начинает готовиться к предстоящему поединку с Дадиканом. И это не просто мои слова. Игорь Мазуренко в интервью «Железному рейтингу» озвучил даты проведения армфайта. 22 июля планируем провести еще один поединок Давид Дадикян и Джон Берзель. Так что ждем первых поединков топ-8 и скорейшего возвращения Джона в соревновательной форме. Естественно, здесь Джон играется со своим соперником. Он шуточно переводит свою борьбу в технику кингсмув, копируя Тодда и прикалывается с этого ужасного стиля борьбы. Ясно, что Джон с легкостью мог выиграть, но дает сопернику прочувствовать вкус победы и проигрывает в стиле Тодда, как в недавнем армфайте с Девоном Лоратом, и говорит, что это не его коронная техника. Так что, ребята, ждем возвращения Джона в его лучшей соревновательной форме. Всем пока!